Серого пушистого кота-бегемота волонтер нашла на улице 3 года назад. Взяла к себе домой на передержку. Бегемота пробовали пристраивать, но пока не получается найти котику добрые руки. Хвостатому 3-3,5 года. Он спокойный, общительный и любопытный. Подойдет в любую семью – с детьми или пожилыми людьми. Но тех, к которым бегемот сильно привяжется, может и ревновать. Спокойный, с лотком все в порядке. Мы его водили грумером, мы когда его нашли, он был вообще весь в колтунах. Была прям вот панцирь. Мы его сводили в грумер. И вот теперь такой красавец у нас пристраивается. Девочке Тамаре 2 года. Ее нашли на улице прохожие. Кошка была простужена и истощена. Волонтеры ее подлечили, привили и стерилизовали. Кошечка спокойная, любит сидеть на руках, одинаково хорошо относится и к детям, и к взрослым. Невозмутимый и ровный характер позволяет взять Тамару в семью и с другими животными. А еще Тамара очень чистоплотная. Когда мы ухаживали, сидела она у нас в клетке на карантине, самая чистая клеточка была. Очень чистоплотная, очень нежная, очень ласковая. У нас детки, когда приходят, она с ними прям бежит впереди планеты всей, целуется, обнимается. Тамара и бегемот привиты и стерилизованы. Сейчас в приюте Мурдом 85 подопечных. Недавно забрали старого жителя приюта, кота Зосю. Один из пушистых и хвостатых питомцев может стать вам лучшим другом. Посмотреть, познакомиться и забрать кошку можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону +7 908 762 09 51. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.